Всем приветики, отличного настроения. Я сегодня к вам с кальмарами. Если не знаете, как их вкусненько приготовить, и чтобы они были не резиновые, это все-таки, ну, не жвачка, там жевать резина все-таки. Да, все-таки, тогда сюда ко мне подходите, записывайте и учитесь. В общем, будет, пальчики оближешь. Ну и теперь покажу, как их легко очистить. Значит, берем кальмарчики, заливаем их вот так вот кипяточком, и видите, вся шкурка на них уже свертывается, и остается только... Сейчас промыть под водой, и все готово. Вот так вот быстро можно их помыть. Вот, и они чистенькие, хорошие, гладенькие, все прекрасно. Готовенько, внутри шуры-муры навели тоже, чтобы все было прекрасно. Кальмары пускай пока нервно в сторонке покурят, а мы пока займемся начинкой. Значит, лучок один, режем как можем. Жарим пока лук с капелюшкой маслица. Еще нужны будут грибочки, золоточки. Значит, режем грибки. К лучку в дружбу добавляем сюда шампиньончики, тоже жарим. Ну, еще опустим сюда баклажан. Если есть кабачок, можно взять кабачок. Значит, берем попочки, отрезаем у баклажана и режем его на кубик. Сюда грибочком тоже все это тушим, варим, пока не проварим. Ну, без свежего дыхания тут, конечно же, не обойтись. Три вот зубчика чесночка небольшие сюда добавляем. Солички немножко, чуть-чуть. У нас тут еще сыр будет. Перчика черненького обязательно. Ой, сейчас я вам подую, подождите. Все, так, теперь все перемешали. И немного еще пожарим. Еще будет нужен кусочек вот такой маленький сырка. Значит, трем его быстренько на крупной терке. Теперь смешаем начинку. Значит, выкладываем все это сюда, зажарку, обжарку. Вкусноту. Какой тут аромат стоит. Теперь сюда тертый сырок. Есть зеленый лучок, добавьте еще тоже. Обычного маловато показалось, еще решила сюда зеленушки. Тренди-бренди, все перемешали вот так, вот так. А вот они, кальмары, в сторонке отдохнули. Значит, берем. Главное, смотрите, чтобы они еще были целые. Чтобы вот так вот туда всю эту начинку хорошенько выложить, утрамбовать. Вот такие молодцы. Значит, большой можно закрыть зубочисткой, если, конечно, он будет слишком большой. Форму смазали маслицем для запекания. Ну, просто маслицем форму для запекания смазали. Выложили сюда красавцев этих. Столовая ложка сметанки. Дальше паприка. Для вкуса, цвета. Самое главное, сейчас будут красавцы. Просто губы надо им подмазать. Перемешали вот так вот. Красим, красим, красим. Смазываем все это вот так. Хорошенько сметанкой. Марафет кальмаром навели. Теперь духовка 180 градусов на 25 минут. Ни больше, ни меньше. Ну, теперь мои знакомые не очень, предлагаю все это дело разрезать. Как вы смотрите на это предложение? Я слышу, да, но я уже и режу. Так, сейчас вот аккуратненько порежем все это. Вот так вот. Какой аромат стоит красивый и вкусный. Ну, настал час X, давайте теперь все это попробуем. Самый интересный момент – вкусить вкусные кальмары. Очень нежные получаются, не резиновые. Это во мне в кастрюльке просто так их варить. В духовке ровно там 25 минут буквально будет достаточно. Вообще не резиновые, еще раз повторюсь, очень нежные, очень вкусные. Единственное, что вот когда сметанкой смазывать, я туда немного еще солички добавила,
его было бы, как-то этот момент что-то упустила. Это можно подать и на праздничный стол, будет очень красиво смотреться. И главное, когда будете выпекать, зубочисткой все закройте, чтобы оттуда точно никто не ушел. Вообще, друзья мои, берите на вооружение этот рецепт кальмаров, очень вкусно получается, достойно, быстро и феерично. Что вам еще сказать? И не резиновое самое главное, вот, точно вам говорю, рекомендую. Все, пока, до скорых встреч, не резиновых вам кальмарчиков, готовьте, не пожалеете, это точно. Удачи вам, пока.